Агу, а где все? Брать! Незапланированно, и вообще слишком рано. Алло, алло, какие вести? Давно я дома не была. В новинках я 7 дней в отъезде. Ну как идут у нас дела? Все хорошо, прекрасная маркиза. Все хорошо, дела идут как никогда. Меняем двери, окна и карнизы. Остальное ерунда. Продали все, что были доски. Зато купили путь и звезды. А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Алло, алло, а как там сцена? А если ветер, ну или дождь? Ужасный дождь. Ведь декорации бесценны. Таких вам хате не найдешь. Все хорошо, прекрасная маркиза. У нас в запасе 3 столба. Госпрезент, это снизу, сверху щебень и труба. А чтоб все выглядело строго, воображения есть немного. А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Алло, алло, а что с питанием? Витрина, где лазанья, стоит на карте наша честь. Все хорошо, прекрасная маркиза. Все хорошо, питание будет высший класс. Простая каша в качестве сюрприза. Какой сюрприз? Солянка, минская икра. Подворский сыр, кастрюля плова, поднос и корка и кабачков. С таким пайком, прекрасная маркиза. Все будет очень хорошо. Алло, алло, как музыканты, прошу учесть один момент. Какой момент? Они ранимые таланты. У них талант. Ведь человек не инструмент. Все хорошо, прекрасная маркиза. Все хорошо. Мы бережем их, как детей. От их болезни и каприза, и сногсшибательных идей. Психоз, невроз и амнезию излечит мать Юлиания. Она давно умеет это делать, поверьте, очень хорошо. Алло, алло, сейчас взорвусь от злости. Прошу ответить мне скорей. Скажи скорей. Сядет батюшка Андрей. Все хорошо, прекрасная маркиза. Все хорошо. Не злите справа, сядут все. Посадим здесь вам не лайнер для круиза. Посадим в поле на все. А вип-персоны все в портере, как украшение в интерьере. Поверьте нам, прекрасная маркиза, всем будет очень хорошо. Всех братьев разместить, как их 3 смены накормить. От гриппа всех успеть привить, и чтобы бросили курить. И где финансы раздобыть, поменьше штрафов заплатить. Райисполком как убедить, и поголовье сохранить. Все унитазы не побить, собак и кошек чем кормить. Конфликта как не допустить, все недостатки устранить. А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все.